Гэты тыдзень пройдзе пад знакам прафсаюзаў. Яго цэнтральнымі падзеямі стануць запланаваныя на 1 мая 6 працоўных калектываў, парад прафесій, якое пройдзе ў Гомелі па вуліцы Перамогі, і святочны канцэрт на плошчы Паўстання. Апрача таго, заўтра будуць названыя новыя ўладальнікі ганаровага звання «Гомельскі майстар». На гэтым жа тыдні адбудзецца ўручэнне прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Сярод узнагароджаных і Гомельскі водаканал. На прадпрыемстве пабываў Алег Сінцов. Вот такие городские водоразборные колонки у Гомеля заявились в 19-м стагодзе, и уже тогда их обслугованием занимался водоканал. В наступном годе это предприятие, значит, в 125-годе. По сутности, оно было створено на 10 годов ранее, чем возник профсоюзный рух. Правда, на одночной администрации и первичной профсоюзной организации этот факт никаким чином не уплывая, а тому и премию Федерации профсоюзов Беларуси тут лечить огульный за достигнение высоких показчиков у социально-экономичном развитии предприемства. На такие выник працавали усе. При этом ни одно положение коллективного договора тут николи не было навод припынено. Этот документ на водоканале за счет выполнился у полном объеме. Вопросы оплаты труда, создания здоровых и безопасных условий труда, обеспечение спецодеждой, хороший социальный пакет. Все это предусматривает наш коллективный договор. Ну и, конечно же, одним из основных направлений, приоритетных направлений, это вопросы охраны труда. Ахова праца на Гомель-Водоканале – это не только обовязковое спецодение, а и специально створенная тренировочная пляцовка. Миновито тут отпрацовываются наибольш небеспечные ситуации, которые могут возникнуть при час проведения аварийных работ. По сутности, это совместный проект администрации предприемства и профсоюзного комитета, коли у социальных партнеров огульная задача, то и выник отремливается отповедным. Любого руководителя предприятия, учреждения, организации профсоюзный комитет воспринимает как социального партнера. И, естественно, между правкомом и между руководителем предприятия возникает социальный диалог. В рамках социального диалога мы решаем все вопросы, все гарантии, которые закладываем в коллективный договор. Это те нормы, которые улучшают правовое положение работника более чем заложены в соответствии с трудовым кодексом. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель.